играете, Александр Валерьевич? Как же вы играете? Руками. Нет. Вы духом, шлёп. Вы духом играете. Вы дышите. А вот певица наша не дышит. А вы так вдохновенно все. Ну давай. А теперь, краса девица, на тебе хочу жениться. Сначала прям, да? Пока. Третий куплет. Нету никакой свободы. Третий куплет. Пойдем. Cause in my dresses with blue satin sashes, snowflakes will stay on my nose and eyelashes. Cynical winters will melt into spring. You got a few of my favorite things. Отличная верхняя нотка была. Поешь, но ты артикуляцию меняй. Акустика поменяется. Интереснее еще будет при артикуляции. Мне не хватает твоих носиков, мне не хватает твоей вот мордашечки вот этой вот интересной. Вот все вот этого. Мне этого так не хватает, потому что это все изменит звук. Изменит на 100%, я тебе говорю. Все было хорошо, но в первом припеве тян-тян-тян-фи, вот эта нотка, первая ноточка, только первая ноточка. Нет, ты ее не сфальшивила. Опереть ей мне хочется, чтобы ты ее оперла посильнее. Она легкая, пусть она такая и будет. Мне понравилось. Ну, мы же так договорились, первым не красить. Но она должна все равно, должна успеть окраситься все равно. Она не окрасит. Она совсем субтоновая. Она совсем субтоновая, совсем. Она такая. Ты ее наоборот сделай. Верните. Это, да? When the dog bites. Вот видишь, when the dog bites. Хвостика тогда, да, этого хвостика. When the dog bites. When нет. Пан, 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 пан. Да, чуть-чуть, дай на хвостике. When the dog bites. When the bee stings. Вот. На второй можешь не дрова. Ага. Диафрагмального вот этого вот небольшой подачи хочется. А то оно совсем никуда уходит. Гасни. Какое-то такое непонятно. А это же все окраска твоя. Интересная окраска. Ну что с ходом-то будем делать? Так а что, я не спела? Нет, нотка одна не там будет. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes will stay on my nose and eyelashes. Сейчас спела. Да я пою сама. Странно своей саморечи почему-то. А так сложнее. Как это сложнее? Не знаю. Потому что там гармонии немного не сочетаешь. Ну так ты... Сбивается. А Александр Ильич, у меня есть предложение. Вы играете, и вот на этом месте, там где аккорд сбивающий, Диану, вы его не играете. Пропустите его. Люфт, люфт, пусть она споет так. Поехали. Сейчас на люфте будешь петь. А, поем.
Girls in red dresses with blue satin sashes. Snowflakes will stay on my nose and eyelashes. Silver wind has been melting to spring. Давайте еще разочек. Сейчас было не точно. Все-таки акцентируй ноточки. Дай, дай, каждую дай. Конфеточка, каждая ноточка. Love. Каждая ноточка. И... Girls in red dresses with blue satin sashes. Snowflakes will stay on my nose and eyelashes. Silver wind has been melting to spring. Ага, спасибо. Было хорошо. А Саныч, сейчас добавьте один какой-нибудь. Вдруг это... Пойдем. Girls in red dresses with blue satin sashes. Snowflakes will stay on my nose and eyelashes. Нет, не получается. Snowflakes will stay on my nose and eyelashes. Одна поет. Абсолютно точно поет. Тогда с дыркой играем. Играем с дыркой. Но вы тоже оправдаете потом. Фундаментально. Поехали. И... Girls in red dresses with blue satin sashes. Snowflakes will stay on my nose and eyelashes. Silver winters will melt into spring. You better feel what my favorite thing. Отличную ноточку наверху. И дальше. Диафрагмочкой. Играй ноточками, играй. Тебе нужно. Мне иногда очень красивый, стильный звук. Иногда просто напевание даже. Вот какое-то слово, одно просто напевание. Как бы вот что-то как-то. То ли отдохнуть решила. Где-то как-то. Несколько слов вот таких вот упало. Они были. Но они вне стиля были, они просто были спеты. Они спеты были, правильно спеты? Все было спето. Все спето, все хорошо. Именно в этой части. Да, 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 да. Да, да, в этой части. Значит, это место так и поем. Но видите, как получается, что вот так надо.
Ой, Антош, здрасте. Здравствуйте. Я зашел слово здрасте. Да, а мы тут что-то как-то это. Значит, ну криминального нет ничего. Что касается вот этой верхней твоей ноты, гармонию верните, вот эту верхнюю ноту, к Антошу приготовится. Ха-ха-ха! Вот это вот, вот это твой ход. Ха-ха! Вот это вот, что там у тебя идет? Поем. So, oh, oh, bad. Как это там так это все выучить? Да ты хорошо этот ход поешь. Bad, bad, bad. Не бимоль? Ну, конечно. Нет, не бимоль. Он уже выше, мне кажется. А что это за нота? Соль бимоль. Да ладно. Стукни. Не бегу. So, oh, 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 babe. Я может вернул уже. Вы вернули, наверное? Не бегу. А, ну у нас это в транспозиции нет. Знаешь чего? Ты хорошо читаешь это место. Ты видно, что не получается. Ты очень хорошо поешь. Здесь нет возможности взять дыхание, чтобы немного. А когда-то я его брала в начале. А когда-то ты брал гока. Что-то у меня началось. Гока брала. Урока. Простите. Да, говори хорошо. Буду проговаривать. Дианочка, ты можешь там поварьировать, может быть, где. Если новое дыхание будет. Или там типа паузу делали. Может. Если да, если новое дыхание будет, оно расщепит тебе еще больше звук, еще активнее сделает эту ноту, еще свободнее. То есть на лице должно быть полное спокойствие и удовольствие. Спокойствие и удовольствие, что для тебя это. Да. И подумай, пожалуйста, еще об артикуляции. Она твоя подружка, ты ее со счетов сбрасываешь. Да. И в последний раз тоже? Нет, было получше. Еще активнее нужно. Не надо бояться. Все вот эти вот носики. Губа тоже, она придает определенную окраску. Верхняя особенно. Да, да. Да, поработай. Поработай, артикуляционно поработай. Поищи звука разного. Посоединяй там припев вот эти вещи. Можешь прямо, понимаешь, уходить в трахею. И возвращаться опять. В звук. Играй звуком, своим звуком играй. Все, спасибо. С Дианочкой все, поехали дальше, Антоша.